Добрый вечер, большая страна. Добро пожаловать в набережные Челны. Мелбет, первая лига, тур номер 5. Мы с вами перемещаемся в Татарстан на стадион КАМАЗ, где все готово к началу матча между местным клубом КАМАЗ и одним из лидеров нынешнего сезона футбольным клубом Тюмень. Да, друзья, наверное, этого многие не ожидали, но Тюмень сегодня может даже сравняться с лидером нынешнего сезона, с Тольяттинским Акроном, и так или иначе выйти на первую-вторую строчку. Даглоев этим не сильно доволен. У Бема сегодня, конечно, задача со звездочкой. А вот это как получается! 1-0! Вот, пожалуйста, не додавили, не дожали. Александр Щербатюк не то чтобы прям расстрелял Любакова, но первого гола в этом матче нам пришлось ждать буквально-таки 18,5 минут. 1-0. Поехали. Гаглоев падает в штрафной. Низовцев показывает на точку. Низовцев показывает, что это пенальти. Ну, что сказать. Гаглоев, еще раз, он имел право упасть. Вопросов нет. И разбегается Гаглоев. Ах, какой хитрец этот Александр Гаглоев. Это он изобрел хитрости футбольные, судя по всему. 2-0. Ликуют Челны. Александр Гаглоев. Ведь рисковал Гаглоев. Обожают его местное, конечно, публика. Ничего не скажешь. Передача низом. Попытка там найти кого-то из группы атаки. Мануйлов. Мануйлов что, красную здесь просит? И Низовцев лезет в карман и удаляет Печенкина. Удаляет Печенкина сейчас Игорь Низовцев. Аккуратненький заброс на угол штрафной. Там борьба, падение. Еще падение и пенальти. На сей раз в другие ворота. И снова нужно смотреть. Второй в этом матче пенальти. Игорь Низовцев вообще не хочет ни с кем спорить и разговаривать. И Татаринов разбегается. Да, он интригу возвращает. 2-1. Играем дальше. Евгений Татаринов очень спокойно этот пенальти реализовывает. И забивает вдесятером Тюмень. Два пенальти, два гола. Один у КамАЗа, один у Тюмени сегодня. Удар издали, Любаков тащит. Таликин здорово исполнил. Хороший плотный удар. На месте кипер Тюмени. И все, звучит финальный свисток. 2-1. Игорь Низовцев завершает этот матч.